Всем привет, с вами Войс, и сегодня мы будем продолжать делать обзоры на моды Майнкрафта. Данный мод называется Ridiculous Mod, что означает в переводе... Нифига себе, что означает в переводе нелепый, сумасшедший или же необычный мир. Итак, данный мод добавляет несколько биом, несколько мобов, а также кое-какие предметы. Что ж, давайте начнем с данной биомы, и как вы можете заметить, она у нас волшебная. Здесь у нас пафосные розовые деревья и единороги, которые какают бабочками и плюются радугой, или что они делают, я не помню уже. По крайней мере, они вот воняют даже, у них вонь такая, знаете, волшебная, и пахнут они походу мятой, раз это зеленый цвет, в общем, не суть. Давайте разберем это дерево. Это обычное дерево, и оно практически выполняет все те же функции, то что и то. Просто у нее такой необычный пафосный вид. Из этого дерева можете создать розовые доски. Зачем вам это надо? Наверное, чтобы жить в пафосном, гламурном домике. Но это уже ваше дело, в общем. Также с помощью данных досок можно создать вот этот вот верстак, который, по сути, то же самое, что и обычный верстак, только выглядит по-другому. Здесь у него место, допустим, пилы каких-то молотков, какие-то конфеты. Я не знаю, как вы с помощью этих конфет будете создавать какие-то предметы, ну да ладно, это ваше дело. Остальные другие деревья выполняют практически такую же функцию. Выглядят по-другому, можно создать другой верстак, но, то есть, какой-то особой разницы я здесь не вижу, да и вообще ее здесь нет. Давайте разберем этих единорогов. Единорог, бежевый единорог, давай мы тебя убьем. Я, видели, да, какие-то буквы он выплюнул. Походу он на меня наматерился на своем магическом языке. Ну да ладно, в общем, единороги выкидывают вот такое вот сырое единорожье мясо, если это можно так назвать. Его вы можете приготовить и сделать единорожий стейк. Я не знаю, кто вообще придумал это, зачем это надо было ему, но это все работает примерно так. И еще иногда они выкидывают вам вот такой вот замечательный, опять видели, заматерился на меня. Я же видел то, что он какие-то буквы выплюнул там, что ты. Иногда из них выпадает кожа. И еще помимо кожи, очень-очень редко из них выпадают рога единорога, которые вы можете использовать как оружие. У них урон 5, а также небесная кара 4. То есть единороги с небес нам прибыли, и они могут нас покарать вот этим вот рогом, насадить нас на этот рог. Я не знаю, что еще, боже мой. Здесь также присутствуют вот такие вот прозрачные кусты, сквозь которых вы можете видеть. Это очень интересно. Да нет, вообще не интересно. Единороги могут быть несколько цветов. Там розовые, бежевые, черные, белые. Какие я еще видел? Боже мой, что у тебя с глазами? Это выглядит очень жутко. Я не хочу смотреть на вас, вы слишком убогие. Что у вас с глазами? Мне не нравится. И где ваши рога? Почему вы их не выкидываете? Я не понимаю. Ты умеешь летать? Давай попробуем. Лети! Боже мой, ну почему ты не Пегас? Почему ты не умеешь летать? Кстати, я не знаю, какого черта, но овцы здесь меняют шкуру. Я вот... Ой, что же я тебе даю? Ты же сейчас весь мир поработишь. На самом деле, когда я отбегаю от них, разворачиваюсь, прибегаю к ним обратно, они иногда меняют цвет своей шкуры. Как это получается, я не знаю. Но это на самом деле получается. Вот, вот, где вон та вот зеленая овца? Ее нет, появилась какая-то голубая, там еще коричневая, еще какая-то розовая, но зеленая исчезла. Это магический мир, вот так вот здесь это все происходит. Вот ты вбежал обычным белым человеком, а может быть выбежал афроамериканцем, никто не знает, поэтому будьте осторожны. Вау, вау, я нашел его, я нашел того самого разноцветного единорога, боже мой, смотрите, смотрите, вот с него, по-моему, должен и выпасть данный рог, надеюсь. Ну где этот рог? Ну где? Ну почему? Ну он должен же выпасть. Ну его скрафтить никак нельзя. Ну нельзя его скрафтить. Ну где ты, блин? Может быть у вас, дорогие мои скакуны-вороны? Нет? Да что вы издеваетесь надо мной, что ли? Что ты делаешь? В общем, очень редко данные рога попадаются. Итак, помимо единорогов, здесь еще присутствуют вот такие вот пип. А, вон, блин, я думаю, такое, знаете, типа, их нету, давайте-ка я из яйца их выпущу. А они, оказывается, бегают здесь. Вот чё, вот я вас пару секунд назад не видел. Ты что там паркуришь, а? Прекрати. Нифига себе, она дрифтует по воздуху. Смотрите, она даже не стоит на дереве, она просто летит. Пип это такая зефирка, желтенькая, в виде уточки, которая очень-очень сладкая. Я ее не люблю, потому что она очень-очень сладкая. Данные зефирные уточки выбрасывают вам самих себя, можно и так сказать. Которые в конце концов вы можете пожарить, приготовить и получить... Жареный пип. В общем, это все очень здорово, да? Да? Вот второй пип. Ладно, это все очень... Видели, видели, это овца. Она меняет шкуру, боже мой. Она не та, за кого себя выдает. Я же знаю то, что ты зеленый, но что ты меня обманываешь? Что они говорят? Почему они матерятся?
А, critical, говорят. Типа, ты критичный ублюдок, ты что с нами делаешь? Сейчас наступает ночь, почти наступила, а это значит то, что вскоре будут появляться вот такие вот чувачки. Это маленькая печенюшка. Видели Шрека? Вот он такой же был, маленький-маленький. А еще был в одной серии огромная версия того маленького, просто он был немножко такой умственно отсталый, но он не говорил хорошо. Мне было так жалко, когда он умер. Боже мой, я почти плакал. На самом деле, мне так грустно стало. Но потом в конце мультика он начал петь, поэтому я такой, ну ладно, поет, ну пусть поет. В общем, да, эти монстры начинают вылезать. И вылезают они, как и обычные наши монстры. Просто они выглядят немножко по-другому. Что у них внутри, я не знаю. Ничего, как вы можете заметили. Такая же стрела, такая же кость. Давайте попробуем убить этого Gingerbread Man и увидеть, что с него падает. А с него падает на самом деле Candy Corn. Это сладость, сладкая кукуруза из него падает. Ее приготовить нельзя, как вы можете заметить. Вообще ничего не появляется. Но зато можно скушать. В общем, ладно, я думаю, то, что мы... О, Пип, опять дрифтует на дереве. Боже мой, какой ты... Критикал, какие вы все критичные. Почему у вас всех так забить легко, а? Это все потому, что у меня есть единорожий Рок. Рок есть у меня. О, иди сюда. Да, между прочим, вот этот вот пряничный человечек и сахарный череп... Это так и переводится, что вы от меня хотите. Являются вашими врагами. Я не знаю, почему вот он является моим врагом. Вот посмотрите на его лицо, он же доволен. Чему ему не радоваться? Вау, опять небо меняется, боже мой, как это здорово. Сейчас мы находимся на заснеженной ледяной какой-то биоме, где какие-то обсидиановые столбы. Что-то наподобие биомы под названием Край, куда вы летите, чтобы убить дракона. И все, здесь вот эти вот столбы, я не знаю, что на них есть, ничего, снег, вот лед. Что еще? Да, по-моему, тоже ничего. Какие-то монстры, может, здесь лазят, скорее всего, может быть, и лазят. Давайте проверим. Лазят все-таки, лазят, вот они. Это Шогат. Что? Так, не понял, что такое Шогат? Боже мой, это Шогат, а есть другая фотка посимпатичнее. Ну вот и другое дело. Шогат у нас идет за слизнем. Он какой-то дерганный весь, у него несколько глаз, и мне кажется, ему стоит умереть. И вот он разделился, молодец, я поздравляю его. С него выпадает обычный опыт. Мне вообще не нравится. О, кстати, между прочим, помимо опыта еще выпадают сгустки слизи. Шогат, ты меня удивил. Ладно, полетели отсюда. Вот и следующая ужасная биома, где куча паутины, а также всяких монстриков. Вы можете в любой момент вот так взял, попался. Но, к сожалению, сейчас не ночь, поэтому меня сожрать никто не может. Но если была ночь... Вообще, все место похоже на очень жуткое место, где явно обитают какие-то привидения, страшные чудовища и так далее. Давайте посмотрим, что же будет ночью. Ага, тут у нас волки ходят ночью, а они, между прочим, добрые, да? Ты добрый? Ты добрый. А почему глаза не добрые? А я не знаю. Не нравится мне то, что здесь паутина много. Кстати, здесь тоже очень много этих всяких тыков. Я не вижу, что там горит, и мне очень хочется узнать, что же это такое. А это на самом деле некоторые из тыков горят. Вот и все, ребят. Блин, очень здорово, здесь даже светящиеся тыквы есть. Можно стыбзить, пока никто не видит, да? 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 Ха-ха-ха! Вот оно, дорогие друзья. Чуть было не... Стой, не умирай, ну пожалуйста. Боже мой, он не умер. На данной биоме обитают франкенштейны, которые ничего по сути из себя особо не представляют. Обычные зомби просто принарядились на Хэллоуин. И вот и все. Зомби нарядился на Хэллоуин. Как это все парадоксально. Данный франкенштейн, оказывается, выкидывает те же самые Candy Corn, то что и выкидывал нам пряничный человечек. Как это все интересно. Также я могу заметить зомби с тыквой на голове. У него присутствует серп. Где этот серп? Вы же видели, он только что его выкинул. Ребят, ну вы же видели, ну не я же один видел то, что он серп в руках держал. Блин. О, у другого есть серп. Вот, видите, да? У него есть серп. Давайте попробуем его убить. Я надеюсь, что сейчас он его выкинет. Да опять не выкинул, ну что ты будешь делать? В общем, ладно, некоторые враги выкидывают данные серпы. В общем, у данного серпа урон 6. Здесь у нас конкретно побеждает зло. Зло побеждает добро, как это все необычно. А, ну и вот, по сути, и все, то, что находится на данном биоме. Я думаю, то, что теперь самое время у нам... Вау! Здесь даже вода порчена. Посмотрите, как будто это озеро залито кровью. Может быть, и спруты там какие-то кровавые, а нет? В общем, ладно, я думаю, то, что самое время отправляться на последнюю нашу биому. Полетели!
Я не могу найти, я понятия не имею, где эта последняя теневая биома, но я думаю, вы меня простите за это. В общем, на самом деле там по сути ничего особого нет, просто другая биома. Я договорю, потому что я ее не нашел. По сути, это и есть просто другая биома, только со своими признаками там какой-либо растительности или же живности. В общем, на данной биоме что вы можете встретить? Вот такие вот деревья. Давайте возьмем сейчас одно специально и посадим. Давай! Ух ты! О, видели, да? Вот такое вот дерево можете встретить. Это хорошо, да. Судя по всему, биома будет красивая, мрачная, темно-синяя, черная, но кто в этом виноват? Также можете встретить вот таких вот теневых слизей, которые... Что ж такое? Почему у тебя глаза в огне или в крови? Что ты так... Эти слизни вам не друзья. Они плохие, очень плохие. То есть... Они вас будут поглощать, и будут поглощать очень ненавистно, потому что они черные. В общем, как можете заметить, практически то же самое. Если вы хотите, можете создать специально даже верстак из этого дерева. Он будет выглядеть вот так. Кстати, сатанический верстак вы могли тоже создать. Он тоже выглядит по-особому. Вон у вас там звезда, как будто вы вызываете сатану. С помощью верстака вызывать сатану, это же великолепно. Да и ступеньки, допустим. Кстати, я нашел вот такую вот Кэнди Кейн. Я не совсем уверен, что такое Кэнди Кейн, но мне кажется, из нее можно построить ту самую хорошую вкусненькую конфетку. Конфеты, которые мы обычно видим там на Рождество. Я такую ел, да, вот недавно, могу похвастаться. Хотя кому какая разница. В общем, вот она, конфетка Кэнди Кейн, да. Да и все по сути, ребят. Мод сам по тебе хороший, мне нравится. Почему? Потому что он простенький, это раз. Не перегружает ваш Майнкрафт, это два. Не перегружает вам мозги, это три. Потому что все предметы довольно-таки простые, их легко запомнить. Я думаю, он бы считался одним из тех модов, которые вы поставили в качестве базовых модов в вашу сборку. Ну вот и все. Если вам понравилось, то я очень рад, дорогие друзья, и вы это можете выразить с помощью ваших оценок. И также, если хотите, можете прокомментировать это все. А если вы здесь вдруг первый раз, то можете подписаться. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!